Прежде чем мы продолжим нашу работу, я хотел два слова сказать по поводу затруднений с домашним заданием, которое вызвала задача по Савченко номер 524. Давайте два слова об этой задаче я скажу. Номер 524 Савченко. Прочитаем условия. При какой температуре функции распределения по скоростям молекул водорода будут совпадать с функцией распределения по скоростям молекул азота при комнатной температуре? Значит, что известно? Речь идет о водороде. Значит, молярная масса водорода H2 дана, 2 на 10 минус 3 килограмм на моль. Далее. При какой температуре функции распределения по скоростям молекул водорода будут совпадать с функцией распределения по скоростям молекул азота? Молярная масса N2 азота 28 на 10 минус 3 килограмм на моль. Молекул азота при комнатной температуре. Температура азота TN2 комнатная. Мы же живем в Одессе, возьмем 300 кельвинов. 27 градусов Цельсия. Какая температура должна быть у водорода, чтобы его функция распределения молекул по скоростям была точно такая же, как у азота при комнатной температуре? Задача на самом деле практически устная. Но для этого надо вспомнить, что входит и как в функцию распределения Максвелла. Я не помню до конца полностью всю функцию распределения, и этого не нужно. Но я помню, что туда входят вот что. Какой-то коэффициент, 4π, потом скобка, и там есть отношение молярной массы к температуре в степени 3/2, потом дальше v квадрат, это тоже не имеет значения, на e в степени минус, дальше стоит молярная масса на v квадрат на 2rt. И все, посмотрите. В функцию распределения входит не отдельно молярная масса и температура, а всегда их отношение. Здесь оно и здесь. Это значит, что если для разных газов отношение этих двух величин одинаковое, значит и функция распределения будет одна и та же. Следовательно, мы можем записать, функции будут одинаковыми, если молярная масса водорода так относится к температуре водорода, как молярная масса азота относится к температуре азота. Нам дано все, кроме температуры водорода. Откуда следует, что водород должен иметь температуру, которая равняется. Температура, это пойдет сюда в числитель, здесь будет температура азота умножить на отношение молярная масса водорода делить на молярную массу азота. Вот рабочая формула. Молярные массы отличаются в 14 раз. Следовательно, температура водорода должна быть в 14 раз меньше, чем температура азота. 300 кельвинов делим на 14. Делим на 14. Получается 21,4 кельвина. Вообще-то водород при этой температуре еще жидкий, он еще газообразный, он сжижается при 20 кельвинах. Так что, в принципе, задача поставлена корректно. Вот так решается эта задача. На самом деле, как вы видите, она практически устная. Это первое, что я хотел сказать перед началом нашего урока, перед тем, как объявить тему. И второе. Мы с вами изучали распределение Максвелла, в том числе и практически. И вот Дима Твардовский, я хочу его пригласить сюда, углубился в изучение распределения Максвелла и написал на программу на Паскале, которая позволяет построить графики этого распределения. Расскажи, пожалуйста, что она из себя представляет и что может твоя программа. Андрей еще рассказал, она написана на языке программирования ABC Pascal, который всем известен. Она способна рассчитывать семейство кривых и строить их для какого-то диапазона температур. Изначально задается молярная масса газа, умноженная на 1000. И, на 1000 это для удобства. Чтобы в граммах на моль было.
Химики привыкли граммам на моль. И удобнее вводить. Задается нижний предел температуры, верхний предел температуры в кельвинах и шаг температуры тоже в кельвинах. Так, ну что, попробуем запустить эту программу. Сейчас я ее выведу на экран. Сначала посмотрим на сам текст программы. Вот. Вы видите, что она написана на Паскале. Ну, вдаваться в подробности, я думаю, нет смысла. Удалим этот текст с экрана. И теперь запустим. Запускаем как? Нажимаем, как обычно, F9. И на экране появляется вот это окно вывода. Введите молярную массу. Дима, какую молярную массу будем? Или пусть лучше ребята скажут. Какую молярную массу? Какой газ возьмем? 4 гелий. Хорошо. Гелий. Вводим 4. Enter. Дальше. Введите минимальную температуру. От нуля, извините. От нуля нельзя, потому что ноль недостижим. Давайте какие-то круглые значения. Температура в кельвинах. 300. Ну давайте пройдем диапазон такой более-менее широкий. Гелий при 100 кельвинах и еще жидкий. Еще газообразный? Да, еще газообразный. Давайте возьмем 100 кельвинов. Да, Илья хороший газ выбрал, потому что гелий очень долго сохраняется в газообразном состоянии. Максимальная температура? 1000. Ну, 300 это неинтересно. Давайте уже помучаем программу по-настоящему. 1000. Так, теперь шаг изменения температуры. 1 кельвин. Программа ругается в таких случаях. 50, сколько это будет? 20. Выдержит, Дима, твоя программа? 20. Сколько там? Там будет 21 кривая. 21, нет. Ну, не больше 19. Не больше 19. Ну, тогда будем скромнее, введем 100 кельвинов. Можно 60 поставить. Ну, давайте 100, чтобы были круглые значения. Вот 100 кельвинов, запускаем. Вот перед нами семейство кривых разного цвета. Каждому цвету соответствует свое значение температуры. С левой стороны вы видите колонка температур. Колонка скоростей. Дима, что это за скорости? Среднеквадратичные или наиболее вероятные? Это наиболее вероятная скорость. 1000 это означает, что уже вышло за пределы, как видите. Угу. Потому максимум что нет вышел за пределы, да. Хорошо. Ну и вот F от V это количество молекул, процентное отношение, которое имеет такую скорость. Ну это то есть функция распределения Максвелла при разных температурах. Также у этой программы получается есть еще возможности для развития. То есть там пока что еще ограничено количество кривых, которые она может строить. Ну, Дима предполагает еще поработать над этой программой, а пока поблагодарим программиста. Так, ну что ж, Дима занимает свое место за партой, а мы продолжаем изучать молекулярную физику. Тема сегодняшнего урока звучит так. Уравнение состояния. Уравнение состояния идеального газа. Точка. Квазистатические процессы. Квазистатические. Процессы. Уравнение состояния идеального газа. Квазистатические процессы. Домашнее задание. Конспект. Далее. По учебнику Мякишева, параграф 68. Мякишев. Параграф 68 по Кирику для 10 класса. По задачнику Кирика для 10 класса задачи с такими номерами. Номер 3, 5, 6 среднего уровня. Номер 1 и 2 достаточного уровня. Все они находятся на странице 13.
Запишите, пожалуйста. Параграф 68. Задачи 3, 5, 6 среднего уровня, 1 и 2 достаточного уровня по Кирику на странице 13. Ну а теперь слушайте, не говорите, что вы не слышали. Мы с вами изучаем молекулярно-кинетическую теорию. Основная задача молекулярно-кинетической теории – это установить связь между макроскопическими параметрами состояния и микроскопическими. Макроскопические – это объем, температура, что еще? Давление. Микроскопические – это кинетическая энергия хаотического движения молекул, средняя кинетическая энергия. Это число молекул в единице объема, концентрация и так далее. Давайте вспомним, что мы уже знаем. У нас есть основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Для идеального газа мы с вами установили, что такой макроскопический параметр, как давление, связан с двумя другими микроскопическими параметрами. 2/3 концентрации на среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул. Обратите внимание, здесь речь идет о средней кинетической энергии поступательного движения. Понятно, что удар молекулы о стенку сосуда не зависит от того, обладает ли она какой-то вращательной энергией. Итак, средняя кинетическая энергия поступательного движения. С другой стороны, у нас появилось еще одно соотношение между макроскопическим параметром и микроскопическим параметром. Это средняя кинетическая энергия поступательного движения. Средняя кинетическая энергия поступательного движения равняется 3/2 КТ. Давайте подставим среднюю кинетическую энергию сюда. Отсюда вытекает, что давление P равняется NKT. На самом деле эта формула вам знакома. Но, наверное, стоит посмотреть на нее теперь немножко другими глазами. Смотрите, эта формула связывает между собой уже два макроскопических параметра. А какие характеристики легче измерять, макро или микро? Макро. Так вот, было бы неплохо, если бы мы выразили и вот этот микропараметр, концентрацию, число молекул в единице объема, через макропараметры. И тогда у нас получилось бы замечательное уравнение, которое связывает между собой макроскопические параметры, то есть те, которые мы можем легко измерить на опыте. Что такое концентрация? Это число молекул в единице объема. Число молекул делить на объем. Число молекул мы с вами умеем вычислять. Чтобы найти число молекул, нужно количество вещества умножить на число Авогадро. А количество вещества легко выразить через массу и молярную массу вещества. Ню равняется масса вещества делить на молярную массу вещества. Тогда обратной подстановкой мы получаем, что число молекул N равняется масса делить на молярная масса на число Авогадро. Тоже очень хорошо нам знакомая формула. Теперь делим ее на объем, получаем концентрацию N как отношение вот этой величины к объему. То есть у нас получится масса умножить на число Авогадро, разделить на молярную массу, это у нас число молекул, и делим ее на объем. И делаем последний шаг, подставляем концентрацию молекул вот в это соотношение. Что у нас получится? Давление равняется концентрация, вот она, масса на число Авогадро, разделить на молярную массу на объем, умножить на постоянную Больцмана и температуру. Теперь... М поделить на В, плотность. В некоторых задачах это удобно. Да, но сейчас мы по-другому поступим. Мы это будем делать, кстати, при решении задач. Саша, ты совершенно права. Смотрите, нам вновь встретилось знакомое произведение двух констант. Мы уже знаем, как называется это произведение. Как оно называется? Универсальная газовая постоянная.
Давайте вспомним, что произведение числа Авогадро на постоянную Больцмана обозначается буквой R, называется универсальная газовая постоянная. Универсальная газовая постоянная. И для практических целей ее численное значение равно R, равно 8,31 джоулей на моль Кельвин. Вот так. Пользуясь этим обозначением, мы можем с вами записать вот такое соотношение. Давайте влево перенесем объем. Так традиционно записывается это уравнение. У нас получится P на V равняется масса делить на молярную массу умножить на универсальную газовую постоянную и на T. Посмотрите, какое получилось замечательное уравнение. В него входят все макропараметры. Оно связывает между собой давление, объем и температуру. Это уравнение носит название уравнение Клапейрона-Менделеева. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Иногда его можно записывать в сокращенной форме. Что такое масса делить на молярную массу? Это ню, количество вещества. Значит, можно писать также так. P на V равняется ню RT. Вот это полный аналог записи. И то уравнение Клапейрона-Менделеева. Что у нас получилось? У нас получилось уравнение, связывающее между собой три макроскопических параметра. Математики записали бы это уравнение немножко по-другому. Математики больше любят, когда справа ноль. Тогда можно было бы записать так. P, V минус ню, RT равняется нулю. То есть какая-то комбинация объема, давления и температуры, если мы имеем дело с идеальным газом, мы же исходили из основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа, какое-то соотношение между этими величинами равно нулю. Это значит, что эти величины между собой взаимосвязаны. То есть, если мы изменим одну из этих величин, например, давление, то обязательно должна измениться хотя бы одна из оставшихся величин, характеризующих состояние – объем или температура, а может и то, и другое одновременно. Такое уравнение, которое связывает между собой, как математики пишут, функция от P, V, T равно нулю. Это уравнение на языке математики, которое связывает объем, температуру и давление. Такое уравнение называется уравнение состояния. Уравнение состояния. Уравнение состояния. Перед нами уравнение состояния идеального газа. Только минуточку, а когда оно будет справедливо? Если газ идеальный, во-первых, а во-вторых, еще газ должен находиться в таком состоянии, когда можно говорить о температуре сразу во всех точках газа, о давлении сразу во всех точках газа. Как это состояние мы называем? Равновесие. Значит, перед нами уравнение Клапейрона-Менделеева, которое представляет собой уравнение состояния идеального газа в состоянии теплового равновесия. Уравнение состояния идеального газа в состоянии теплового равновесия. А что, если мы имеем дело с неидеальным газом? Можно ли говорить тогда вообще об уравнении состояния? Например, если мы имеем дело с твердым телом или жидкостью, или имеем дело с какими-то парами, которые конденсируются, можно ли тогда говорить об уравнении состояния? А что, в этом случае связь между давлением, температурой и объемом отсутствует?
Есть, просто она не будет описываться уравнением Клаперона-Менделеева. То есть это очень частный случай для идеального газа. Но вообще говоря, уравнение состояния может существовать и для любой системы. Другое дело, какой оно имеет вид. Мы с вами немножко позже познакомимся с простейшим видом уравнения состояния реального газа, в котором учитывается взаимодействие молекул самым простым образом. Это так называемое уравнение Ван дер Вальса. Физики его будут изучать. Оно уже не имеет такой совершенно вид. А если мы хотим познакомиться с поведением жидкости или твердого тела, то бывают ситуации, когда вообще невозможно записать уравнение состояния в виде формулы. Можно составить таблицу, которая связывает давление, объем и температуру. Но это не наглядно. Поэтому лучше представить эти данные графически. Значит, графические данные, которые представляют связь объема, температуры и давления, называются диаграмма состояния. Значит, что такое диаграмма состояния? Диаграмма состояния – это график, на котором показана связь температуры, давления и объема. Диаграмма состояния. График. Диаграмма состояния. Диаграмма состояния. Если уравнение состояния можно записать только в простейшем случае, то диаграмму состояния можно указать для любой системы, будь то твердое тело, жидкость. Кстати, на диаграмме состояния можно отобразить переход твердого тела в жидкое состояние, переход жидкости в газообразное состояние. Все это на диаграммах состояния видно. И мы будем изображать эти диаграммы состояния, но только немножко позже. Но все-таки физикам хотелось бы как-то, несмотря на существование взаимодействия между молекулами, как-то получить связь между макроскопическими параметрами и микроскопическими, даже если они не в состоянии представить это в виде формулы. И вот с развитием компьютерной технологии появился раздел молекулярной физики, очень интересный. Появился он лет 30-35 тому назад, когда появились, ну, хотя бы более-менее приличные машины, которые называются молекулярная динамика. Молекулярная динамика. Она просто опирается на три основных положения молекулярно-кинетической теории. Модель молекулярной динамики представляет собой сосуд, в который помещают какое-то количество молекул. Ну, пока компьютеры были маломощные, например, можно было взять 16 молекул. Вот есть книжка, в которой описывается задача с 16 молекулами. Они здесь есть. Первое положение молекулярно-кинетической теории. Они движутся, то есть задают этим молекулам какие-то скорости, начальные условия. Можно с помощью генератора псевдослучайных чисел задать случайные скорости. Даже на Паскале есть такая функция random. Далее. Задают силу взаимодействия между молекулами, каждыми, расстояние r, и сила взаимодействия зависит от этого расстояния. Помните, мы с вами рисовали график зависимости силы от расстояния? Здесь у нас было r, здесь у нас fr. Вот задается с помощью функции зависимость силы взаимодействия между каждыми двумя молекулами, все комбинации. Вы понимаете, что очень сложная получается модель, но она, в принципе, может быть построена. И, ну, на самом деле, вот здесь не обязательно, чтобы была очень функция, которая близка к реальности. Можно взять простейшую. Правда, физики-профессионалы работают не с силой, а с потенциальной энергией. Вот, например, как можно задать потенциальную энергию? Чем она удобнее? Это скалярная величина. С ней легче работать. Можно задать для двух соседних молекул потенциальную энергию взаимодействия в виде вот такой функции. А делить на r в 12 степени минус b делить на r в 6 степени.
Вот если задать потенциальную энергию таким образом, то эта зависимость описывает отталкивание молекул на маленьком расстоянии, притяжение молекул на большом, на большем расстоянии. И если R стремится к бесконечности, то потенциальная энергия стремится к нулю, и сила идет на ноль. Вот это простейшая формула, описывающая взаимодействие молекул. Если по этой формуле рассчитывать силы взаимодействия всех молекул и запустить эту модель, то наблюдаются удивительные вещи. Модель молекулярной динамики ведет себя так, как ведет себя реальный газ. Во-первых, даже если вы всем молекулам зададите одинаковое значение скоростей, все они будут двигаться, например, в правый верхний угол с одинаковыми скоростями, то пройдет некоторое время, и вы увидите, что произошла хаотизация движения молекул. Из-за взаимодействия друг с другом по вот этому закону движение стало хаотичным. То есть система переходит к состоянию теплового равновесия. Или, как говорят профессионалы, происходит релаксация или термализация вот этого газа. Во-вторых, оказывается, если начинать убирать энергию у этих молекул, кинетическую, то есть если снижать температуру в этой модели, то газ превращается в жидкость. Оказывается, молекулы начинают грудиться в группы, капельки. Это все получается просто автоматически. Из вот этого, вот здесь заложено все. Если понизить температуру еще больше, произойдет кристаллизация. Эти молекулы не просто сгрудятся в капельки, где отсутствует упорядоченность, а образуют упорядоченное множество молекул, то есть кристалл. Все это получено в молекулярной динамике. Учитывая различные более тонкие эффекты, молекулярная динамика позволяет рассчитать поведение довольно сложных молекул. Вот что бывает, когда у вас в распоряжении есть хороший компьютер. Ну, конечно, задача очень громоздкая. То есть для 16 молекул, хотя все эти эффекты и есть, но реальные это газы содержат число Авогадро молекул. Но сейчас можно уже просчитать там, до нескольких тысяч молекул, а может быть и больше. Вот что такое молекулярная динамика. Ну а теперь давайте вернемся к уравнению Лаперона-Менделеева. Очень часто задачи таковы, что масса газа остается постоянной, но меняется давление, температура или объем. Значит, меняется состояние. Так вот, любое изменение состояния системы называется процессом. Давайте запишем определение. Любое изменение состояния системы называется процессом. Любое изменение состояния системы называется процессом. Процесс – это вещь далеко не простая. Что я имею в виду? Представьте себе, что у вас есть поршень, закрывающий цилиндр, и этот поршень начал двигаться вниз с какой-то скоростью v. Расстояние между молекулами возле поршня, между молекулами газа возле поршня уменьшилось, давление увеличилось. Но здесь-то ведь еще ничего не изменилось. Значит, давление здесь стало больше, а там внизу давление еще прежнее. Вот эта волна повышения давления распространяется со скоростью звука, которую мы обозначим буквой c, со скоростью звука. Потом этот звук, вот эта волна сжатия, доходит до дна цилиндра, отражается и несколько раз туда-сюда ходит. В результате что получается? В результате получается, что давление в разных точках разное. Температура в разных точках разная. Можно говорить в таком случае о состоянии теплового равновесия? К сожалению, нет. Если нельзя, значит это уже не работает. Однако ситуация на самом деле не столь фатальная. А что если поршень движется настолько медленно, что пока звуковая волна, вот эта волна сжатия туда-сюда пройдет,
поршень заметно не сдвинется. А когда поршень сдвинется уже заметно, то эта волна из-за многократных отражений затухнет. То есть движение, время движения поршня гораздо больше, чем время распространения звука в этом цилиндре с газом. Тогда можно считать, что нарушения теплового равновесия ничтожно малы. А в пределе можно считать, что мы имеем дело с процессом, где в любой момент времени система находится в состоянии теплового равновесия. Давайте запишем определение. Процесс, в ходе которого система постоянно находится, процесс, в ходе которого система постоянно находится в состоянии теплового равновесия, процесс, в ходе которого система постоянно находится в состоянии теплового равновесия, называется квазистатическим. В ходе которого система постоянно находится в состоянии теплового равновесия, называется квазистатическим. Квазистатическим. Как бы статическим. Таких процессов в природе не существует. Это модель. Но не существует же и идеального газа. Это тоже модель, но она прекрасно работает. Так давайте разберемся, а в каком случае процесс, который на самом деле не является квазистатическим, можно считать квазистатическим? Рассмотрим, опять-таки, цилиндр с поршнем. Допустим, поршень двигался в новое положение в течение какого-то времени t. За время t. А звуку, чтобы пройти вот это расстояние, нужно время, которое мы обозначим буквой тау. Размеры поршня, размеры цилиндра обозначим буквой L. Процесс можно считать квазистатическим, если время распространения звука гораздо меньше времени движения поршня. Тогда, пока поршень движется, звук много раз туда-сюда пройдет, отразится, затухнет. А это значит, что везде установится одинаковое давление, везде установится одинаковая температура. Значит, процесс будет квазистатический, если время протекания процесса t гораздо больше, чем время распространения волны давления, волны сжатия, звуковой волны через весь этот объем. Гораздо больше тау. Ну, нетрудно догадаться, что тау равняется размером цилиндра разделить на скорость звука. Давайте возьмем конкретные числа. Пусть L – характерные размеры поршня, например, автомобильного двигателя, 10 сантиметров. 0,1 метр. Скорость звука возьмем для круглости 333 метра в секунду. Что у нас тогда получится? Найдем время тау для системы с такими характеристиками. Равняется L 0,1 метр. Разделить на 333, это будет 0,333 на 10 в третьей метра в секунду. Равняется. Здесь у нас 10 минус 1, 10 минус 3 пойдет наверх. Будет 10 минус 4. Значит, будет 1 треть на 10 в минус 4 секунды. Или это будет 3 на 10 в минус 5 секунды. 3 на 10 минус 5 секунды. Значит, время, как говорят, релаксации, то есть время распространения звука, имеет порядок 10 минус 5 секунды. Допустим, поршень в двигателе делает, ну, если уже на больших оборотах, то 100 колебаний в секунду. То есть вот это время, 10 минус 2, время t в автомобильном двигателе, порядка 10 в минус 2 секунды. Видите разницу? Да. Так, это 333. 10 минус 3.
А, да, хорошо. 10 минус 3. Ну, ничего. Это не меняет дело. Разница на два порядка. Все равно получается так, что даже такое быстрое движение, как движение поршня в автомобильном двигателе, можно считать квазистатическим процессом. А раз так, мы можем пользоваться для описания процесса в газе, даже вот в двигателе внутреннего сгорания, где сжатие и разрежение происходит быстро, пользоваться вот этим уравнением. А вот другой пример, когда нельзя пользоваться этим уравнением. Представьте себе газопровод. Длина трубы сотни километров. Значит, за секунду газ проходит 3 километра где-то, да? А, нет, за секунду 300 метров. 300 метров. А длина трубопровода несколько километров. Вы включаете компрессор. Давление в трубопроводе возрастает. Но это далеко не квазистатический процесс. Оно сначала возрастает возле компрессора, а потом волна давления со скоростью порядка скорости звука распространяется по всей трубе. И далеко не скоро, где-то там на другой насосной газораспределительной станции, давление повысится. Может пройти несколько минут даже. Это пример неквазистатического процесса. Еще другой неквазистатический процесс – взрыв. Когда происходит взрыв, то в разных точках пространства давление разное и температура разная. Значит, опять-таки, пользоваться уравнением Клапейрона-Менделеева для изучения таких процессов, как взрыв, невозможно. И в заключение рассмотрим еще одну форму записи уравнения Клапейрона-Менделеева для ситуации, которая очень часто встречается, а именно мы имеем дело с одним и тем же газом, причем с одной и той же массой. Для данной массы некоторого газа, одного и того же, масса константа, малярная масса константа. Следовательно, вот этот коэффициент в уравнении Клапейрона-Менделеева – постоянная величина. То есть, да, и тут еще рядышком R – универсальная газовая постоянная. Тогда мы можем написать P на V равняется константа умножить на T. Перепишем это соотношение вот так. P V делить на T равняется константа. То есть, если мы имеем дело с квазистатическим процессом в идеальном газе, масса которого поддерживается постоянной, то вот эта комбинация давления, объема и температуры остается неизменной в любом квазистатическом процессе с идеальным газом данной массы. Чаще всего нас интересует не весь процесс, а его начальная и конечная стадии. Тогда можно переписать это соотношение вот так. Для начальной стадии P1 на V1 на T1 комбинация этих величин будет такая же, как на конечной стадии P2 V2 делить на T2. Это другая форма записи. И то, и другое имеет одно и то же название. Эти два выражения носят название универсальный газовый закон. Универсальный газовый закон. Запишите. Все, ребята, урок окончен, пора пить чай.